не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В Туве из-за обильных дождей возникла угроза подтопления населенных пунктов и дорог. Глава Тувы Шалбан Караол объявил повышенную готовность для ряда районов республики в связи с сильными осадками и подъемом уровня воды в реках. Об угрозах подтопления ему доложило руководство службы ГОЭЧС Тувы. В частности, наибольшие риски прогнозируются специалистами в столице республики Кызыле, в Тоджинском, Кызыльском, Каахемском, Лукхемском, Тандинском и Дзунхемчикском районах. Из-за сильных продолжительных дождей начали подниматься реки. Есть риски подтопления низинных участков некоторых сел. Могут дороги и мосты пострадать. От местных администраций требую постоянной готовности к мобилизации людей и техники, если потребуется. Обстановка на реках должна оцениваться ежедневно. Написал в своем блоге сегодня глава Тувы. Накануне из-за подъема уровня воды в Енисее муниципальными властями пришлось на трое суток приостановить работу двух паромных переправ – Дырзык-Аксынской и Элик-Хемской. Река размыла подъезды к причальному устройству, по которому автомобили въезжают на палубу парома. Силами дорожных строителей подъезды были восстановлены. 8 сентября по всей России пройдет единый день голосования. В этот день в 82 регионах страны пройдет более 5000 выборов разного уровня, в том числе выбор в 13 законодательных собраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах – городской думы, а в 3 региональных столицах – глав муниципальных образований. Напомним, что депутаты Верховного Хурала Тувы 5 июня на 11-м внеочередном заседании приняли постановление о назначении выборов в Верховный Хурал также на 8 сентября. Для проверки хода работы избирательной комиссии и подготовки к единому дню голосования приехал представитель Центра избиркома России. В данный момент подготовка к выборам в регионе проходит в штатном режиме. Главное, чтобы сами избиратели приняли активное участие в выборах, отмечает он. Всем известно, что близится единый день голосования, в том числе в Республике Тыва состоятся очень важные, принципиальные, может быть, самые важные выборы – выборы в Народный Хурал. Это и является целью приезда. Посмотреть, как избирательная комиссия, органы власти и, в первую очередь, политические партии подготовились к избирательному процессу. Все ли сделала избирательная комиссия Республики Тыва для того, чтобы все потенциальные участники избирательного процесса понимали, какие ограничения есть, в каких случаях возникновения каких-либо проблем, как надо действовать для того, чтобы не допустить нарушения. Вот этому были посвящены все встречи. Встречался с органами власти, встречался с главным федеральным инспектором, с политическими партиями, вот сейчас с вами разговариваю по этому поводу. Мы уверены в том, что та работа, которая за это время была проведена Центральной избирательной комиссией, она огромная была. Работа была направлена на то, чтобы все тонкие места, в которых были раньше случаи потенциального влияния на избирательный процесс, сегодня устранены. Сегодня реальных точек влияния практически нет. Поэтому в этом смысле через вас, обращаясь к гражданам республики, хочу сказать, что никто не должен сомневаться в том, что результаты выборов будут соответствовать волеизъявлению граждан. В действующий созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из «Единой России» и 2 из «Справедливой России». Он был избран в сентябре 2014 года. Впервые Верховный Хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент – Великий Хурал. В его состав входили палата представителей из 130 депутатов и законодательная палата из 32 депутатов. Кызыльская ТЭЦ информирует, что с 1 по 10 июля 2019 года для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования станций и тепловых сетей в многоквартирных домах и социальных объектах Кызыла и поселка Каахем будет отключена подача горячего водоснабжения. Во избежание аварийных ситуаций нужно соблюдать меры предосторожности, не оставлять открытыми краны горячей воды.
Если же в эти дни при включении крана для горячей воды она продолжает поступать, то необходимо обратиться в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья или в эксплуатационную организацию, или позвонить в ЕДДС Кызыла по телефону 2-31-42 для жителей ПГТК Ахем 9-90-08. Причиной может быть неисправная запорная арматура на вводе в ваш дом либо объект, или она не закрыта управляющими компаниями. Глава Тувы намерен добиться изменения критериев отбора регионов в программу выплат на третьего и последующего ребенка. Шалбан Караул убежден, что Тува должна участвовать в данной программе. И это возможно, если критерии оценки дополнить такими показателями, как общая численность населения и плотность его расселения. Лично меня среди всего еще волнует вопрос с субсидированием республики в части ежемесячных выплат многодетным семьям на третьего ребенка. Нас, как известно, не включили в эту программу, поскольку у нас с демографией все хорошо, мы лидеры по рождаемости, но у нас население всего чуть более 300 тысяч. Не совсем справедливо нас ставить в один ряд с регионами, где рождаемость низкая, они все равно превосходят Туву по численности и плотности населения, привел глава Тувы свои доводы в интернет-блоге. Банк России наметил целую программу ограничений кредитования граждан, которые отдают на обслуживание долга основную часть своих доходов, об этом сообщает издательство «Российская газета». Регулятор уже подготовил введение с 1 октября механизма расчета долговой нагрузки всех граждан, которые оставляют заявку на потребительский кредит объемом свыше 10 тысяч рублей. Если отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам превышает 50%, то при расчете достаточности капитала будут применяться повышенные надбавки к коэффициентам риска. И чем больше ПДН и полная стоимость кредита, на которую соглашается заемщик, а эти вещи, как правило, связаны, тем большая надбавка. Следующим шагом могут стать прямые лимиты для банков на выдачу потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой, а также лимиты на ипотеку с низким первоначальным взносом. Похожие ограничения есть в ряде стран, где регуляторы опасаются перегрева рынка. И о курсах валют. Доллар стоит 62 рубля 91 копейку, евро 71 рубль 59 копеек. Уважаемые потребители! Сообщаем, что с 1 июля 2019 года произойдет изменение тарифов на электрическую энергию. Просим предоставить в ТВА «Энергосбыт» показания приборов учета и оплатить задолженность за поставленную электроэнергию. Информацию о тарифах можно уточнить по телефону 5-65-26, а также на сайте ТВА «Энергосбыт» tuvaensb.ru. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Резервный ЕГЭ по математике базового и профильного уровней прошел в штатном режиме. На территории республики продолжаются экзамены резервных дней. В резервные дни выпускники сдают экзамены в случае совпадения в один день двух выбранных экзаменов, неявки на экзамен по уважительной причине и в случае получения неудовлетворительного результата по одному из двух обязательных предметов. Экзамен прошел в 6 пунктах проведения экзаменов. Все аудитории были обеспечены онлайн-видеонаблюдением. Продолжительность экзамена по математике профильного уровня, как и все другие, составил 3 часа 55 минут. Базовую математику участники экзамена должны были выполнить за 180 минут. Резервный день пересдачи математики базового и профильного уровня прошел без нарушений в штатном режиме. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 8 июля 2019 года, сообщила руководитель регионального центра обработки информации Ирина Сарагашева. Кроме того, отмечается, что в этом году ЕГЭ в республике сдали более 2000 выпускников. Первые экзамены в регионе для выпускников 11 классов начались с экзамена по географии и литературе. По аналитическим данным, в текущем году по сравнению с предыдущим годом отмечается положительная динамика. Выпускники показывают хорошие результаты. Так, географию сдавали 83 выпускника, из них 70 баллов получили 5 человек. Также выпускник Государственного лицея республики Айхериел Ажика
Чай получил 87 баллов. ЕГЭ по литературе сдавали 49 человек, а баллы выше 80 баллов получили 4 выпускника. Среди них 100-бальник Татьяна Долгова из Государственного лицея Республики. По обязательным предметам по русскому языку, математике базового и профильного уровней выпускники показали хорошие результаты. Санаторно-курортное лечение прошли более 1500 детей. На санаторно-курортное лечение направляются дети, находящиеся на диспансерном наблюдении при условии отсутствия противопоказаний. Для получения путевки на оказание санаторно-курортного лечения родителям или законным представителям ребенка пишется заявление с приложенными документами, медицинская справка для получения путевки, копии свидетельства о рождении, СНИЛС, страхового медицинского полиса ребенка. Справка оформляется участковым педиатром. Готовый пакет документов подается в поликлинику, куда ребенок прикреплен, или непосредственно в отдел охраны материнства, детства и санаторно-курортного отдела Министерства здравоохранения Республики. В 2019 году Министерством здравоохранения в течение года планируется оздоровить 2500 детей с хроническими заболеваниями. Для направления детей в санатории из республиканского бюджета выделено 20 миллионов рублей. По результатам конкурсных процедур Министерством здравоохранения Тувы на оказание санаторно-курортного лечения заключены государственные контракты с детскими санаториями «Озеро Шира», ТЭСЬ, «Красноярское Загорье» для детей с заболеваниями органов пищеварения, нервной и костомышечной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нарушение объема веществ и другими заболеваниями. Всего с начала года в детских санаториях оздоровлено 1537 детей. На 20-м международном фестивале музыки и веры Устюг-Хурэ состоятся шоу каскадеров из мототеатра Александра Елагина, города Красноярска и огненно-пиротехническое театрализованное представление «Хранители огня», сообщается на официальной странице в социальной сети ВКонтакте фестиваля. Профессиональные мотокаскадеры исполнят экстремальные трюки на мотоциклах, прыжки через огненные кольца, езда на заднем и переднем колесе, выступление будет сопровождаться элементами фаер-шоу, пиротехникой, дымовыми эффектами и акробатическими трюками. Напомним, с 4 по 8 июля 2019 года в городе Чадани Дзунхемчикского района Тувы состоится 20-й международный фестиваль живой музыки и веры «Устюг-Хурэ». Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, град. В Кызыле облачно с прояснениями, дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем порывы до 18. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 18, плюс 20. Каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.